посмотрел там на градусник. Баба Дуня. Да вроде как 28. А ветер, Милк, с ног валит. Вымерзнут озимые, честное слово, вымерзнут. Вчера во второй бригаде весь снег с бугров сдуло. Вчера вечер по радио передавали, что метель будет. Вон она и метет. Еще передавали, что в Москву едут какие-то лорды. Вот эти, лорды. Картошка готова. Сейчас ничего не буду, в 6 трактор придет. Вот, дужно там без тебя не управиться. Ну, как же без меня, я агроном. Агроном, агроном. Хороший хозяин у людей по пяткам не ходит. Раз завел, слушается. Да ладно вам, бабуня. Ладно, да не складно. Варечки не забудь. Не забуду, бабуня, не забуду. Лоб-то ниже подвязывай. Подвяжу. В темноте не перед кем выставляться. А я этого и днем не обожаю. Это тут ты сидишь, девка. Я ж с полями обвенчана. А с полями детей не дождешься. Нет, отруби. Слушай, как? Ситник,
Кто за удобрением поехал? Ефим Ковров. А, ладно. Ковров. Тося, Тося, у людей алло. В рационе давно сочные корма. А алло. Нас только вон удой спрашивают. А как кормить, так одна мачка соломка. МТС. Нет, ты пожуй ее пять месяцев подряд, небось очертенеешь. Не иначе, как ты, Катька, вместе с коровами ее наживал. Тося, жду. Лизавета Ивановна, добром я тебя прошу. Выпиши отруби, у меня же коровы ждут. Слушай, у меня, может быть, тысячи дел ждет, а ты тут своими коровами. Алло. Как своими? Алло. Они, значит, не общие, не государственные, а мои. Личные, частные, собственные, да? Катя, не пыли. Буду пылить! Ну чего тебе надо? Выпиши отруби. Ну давай. Вот девка. На. Лизавета Ивановна, да, я тебя целую. Ну-ну-ну, пошла ты, своего зоотехника целую, ну тебя. А он в городе, раз, и потом он не дается, два. Чё ржёте? А, Колин, здравствуй, Колин. Слушай, а где же машина для снегопаха? А во вторую надо послать. Не, ну, погоди, погоди, Николай. Слушай, наш успех, ваш успех, ваш успех, наш. А? Ну, слушай. Ну, для меня. А? Ну, это как-нибудь при случае. Ох, мужики, мужики. Все вы на одну колодку. Ах, вот они где. Греются да раскуривают, а на пыли ни один не вышел. Мы нарядов ждем. Нарядов. Неужели ж на курву нет никакого права? Слушай, ты, Валечка, прямо как сломанный будильник, все на одну цифру показываешь. А ведь к людям подход надо иметь. И ты же у нас организатор производства. Да у меня же руки связаны. А тебе руки развяжи, ты все кадры расшвыряешь. Тихоня. Ну, ладно. Будто тогда насчет этого дела в райкоме разговаривать. Испугалась я твоих разговоров. Говори, хоть самим Господом Богом. Вот и поговорю. Хорошо учились, да, Резубков? Круглый отличник. Ну, а ты как здесь жил, Гена? Хорошо. Да? Глядите-ка, не как Валентина Михайловна. Агрономище! Петечка! Как здорово, что ты вернулся! Как только кончил курс, и минуты не стал ждать. Ну, как учился-то? О, пьесу, кроме того, написал. Разрешили. Ну да. А, для самодеятельности. Ну, ты теперь пропал для нас. Гляди-ка, не как машина зонального секторя буксует. Петр Иванович! Товарищ Вавров, привет! Стой! Что, засели? Подвезите! А, Дмитрий! Здорово! Здравствуйте, Петр Иванович! Ишь ты, растолстел! Ну, Дмитрий, тут без тебя новостей полон коробок! Ну да. Главный агроном к нам назначен. Эй, ребята, ну теперь держитесь! Новый-то с характером! Вот я скажу отцу! Что делать? Я сейчас поговорю с тобой, как мужчина с мужчиной. Лучи! Папины! Советские! Валечка! Здравствуйте! Что ж не заходишь, Валь? А я такой узор сняла для скатерти. Ну, я к Зирочке, я к звездочке. Да некогда, нет, перенанить. Дорогая, сейчас вот спешу на совещание с главным агрономом. А, ты ж его. А сам он вдовый. Я ему кажу, нехай девочки покемены побудут. Так нет, отказался наотрез. А я его еще не видела. О, вон они. Хе, мой Николай Федорович, его с хозяйством знаком. Так вот, ну какие у нас есть достижения? Ну, знамя 2 года держим, вам это должно быть известно. Вот построили ремонтную мастерскую, сейчас осваиваем. Между прочим, первые в районе построили. А пока что техника под открытым небом, ремонтируете на снегу. Да ведь не мы одни. Не понимаю, ведь было же решение.
Дорогой Александр Федорович, от решения до того, как это в жизнь проведешь, путь соли съесть надо. Кто это? Наш новый, главный агроном. Простите, Александр Федорович, за нескромный вопрос. Вы давно вдовели? 3 года. В случае чего вы ребят своих приводите к моей жене? Детишек у нас нет своих. Так что, Катерина Анисимовна, все работу себе какую-то придумывает. Кто там вяжет что-то, то красит, все начинает белить. Так что приводите. Благодарю. Но я давно привык с ними сам. Ну да, да. Ты смотри, что делает, а? Соскин! Соскин! Что ж ты делаешь? Что? Куда ж ты наш снег ты вываливаешь, а? Куда? Что ж ты не мог 50 метров проехать дальше? А куда же мы там взорвали? Как куда? Давай погружайся, вези на площадку. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Вот, товарищ Савицкий, наши основные кадры. Савушкин, 1 мая. Буденовец, Мишаткина. Октябрьский, Назарова. Сорокина, путь социализма. Тельман, Воронкова. А это наша молодежь. 5 лет, 4 года, Краснов. Смородинов, 3-й съезд комсомола. Очень приятно. Ворошилова, Семенов. Красные поля, Лисаева. Волна революции. Счастливый. Что-что? Нет, это моя фамилия Счастливый. А. Ну что же. Будем считать число 13 счастливым. Давайте, товарищи, беседуем. Ну, кто чем болеет, прошу. Дисциплина, беда, товарищ Савицкий. По-прежнему меньше половины на работу выходит, ведь так? Да, до сих пор севооборот не налажен. Можно мне? Да-да, пожалуйста. Много у нас еще бросовых земель. Во время войны, к примеру, у нас в волне революции, в колхозе, больше 30 гектаров вырубили. И сейчас там пни торчат, да в кустарнике. А из какой сад можно было на этом месте сделать? Хлеб, соль. Здравствуй, дядя Захар. Садись с нами за стол. Поужинавши. Поди к кашу принеси, берешь. Сейчас. Твоего покойного Петрухи есть двоюродный брат. Ну и что? А то, что эта Валька твою родню порочит, а тебе хоть бы что? Мало порочит. Для чего я тебя в бригадиры выдвинула? Для чего, говорю, выдвинула? Чтоб бригаду поднял. А ты что делаешь? Паразит ты, Захар. А Чернышова она молодец. Так, значит, она тебя грязью поливает. И председатель, ты никудышный. И до мужиков неравнодушная. Так она за это молодец. Я за тебя готов горло перегрызть, так я паразит. Ну, спасибо тебе, Елизавета Ивановна, добром слове. Постой, Захар. А где ты слыхал? Как она про меня? А ты же мне все равно не поверишь. Счастливо оставаться. Ну что, заждался меня Митя? Да я уж тут без тебя его и чаем поила, и за Катьку сватала. Ну и как? Так ведь ему первое дело, чтобы она Пушкина любила. А она этим делом не занимается. Ну, дело поправимое. Ты знаешь, Митюша, мне поначалу Савицкий как-то неприятным показался. Теперь ничего, кажется, знающий. Слушай, а может он согласится меня посуфлировать, а? Да ты что? Он же серьезный человек. Что значит, я, по-твоему, не серьезный, да, если пьесы пишу? Ну, ладно. Кать моя. Лучше бы книжки читала. А ты чего ее обижаешь? Я обижаю. Шумит, понимаешь, в коровнике, как на базаре. Корова нервничает, но я делаю замечания. Она, понимаешь, ноздри свои раздует. Ха-ха-ха. Товарищ зоотехник, давай оторвемся от жизни. Бьет, понимаешь, на голую физиологию. Молодец, она. Ну, знаешь, не разделяю твоих восторгов. Нельзя, понимаешь, идти к коммунизму с такой низкой сознательностью. Ладно, 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 давай, читай. Значит, ум хорошо, а 3 лучше. Я Востровский. Да. Действие первое, картина первая. Коровник. Все это от того, что сердца нету милого. Влюбляться так опасно.
Торопитесь, девушки, торопитесь! Хорошее зерно, дядя Иван, чистое! Всю кукурузу сгноил. Зазнался, черт ленивый. Это что такое? Сколько раз я тебе говорил, чтоб крышу починил? Составляю акт. Гордеич, давай дальше. Посмотрите, ведь все сгорело. Посмотрите, Елизавета Ивановна, уж если на этот раз ты ему это спустишь, тогда... Ну что тогда? Чего запнулась? Небось, за глаза про меня всякое плетешь. А в глаза боишься? Я про тебя? Да ты что? Ну, ладно, пошутила. А тебя, Гуров, с бригадиров снимаю. Это почему? Кого взамен предлагаешь? Лукерию Коврову. Пускай вот принимает бригаду. А с тобой, агроном, мне сейчас некогда. Нас всех в район вызывают. Лизавета Ивановна, как смелее. Меня предупредили? Смелее, Лукерия, это твое дело. Лучшего гриба, чем грусть, для закуски не придумаешь, а? Как считаете, агрономы? Тоже мне нашел консультанта. Здравствуйте, Валечка. Здравствуйте. 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 Произведение. Александр Федорович, вот этими произведениями она у меня всю квартиру завалила. Хоть из дому беги. Вот всегда он такой. А, они все такие. Вот и ты, Валечка, день и ночь у Поли. Так так же можно и состариться. А потом оглянешься, а молодость ушла. А пусть себе уходит, не гони. Нет, мне моей молодости жалко. Как считаешь, Александр? Ой, ноги замерзли. Ой, ой. Пошли скорее в чайную греться. Ребята, айда. Александр Федорович, Валюша, пошли в чайную. Александр Федорович, приходите к нам на смотр. А это если хорошенько попросит. Мы вам новую обстановку покажем. Ну, ум хорошо, а пять лучше. Ерунда, не обстановка. Тише, автор идет. А я ему скажу. Никаких тебе глубоких чувств. Надо же все-таки как в жизни. Присаживайтесь, пожалуйста, ко мне, товарищ драматург. Не бойся, не укушу. Очень остроумно. Ай, волна революции! Волна революции! Привет! А ну, Елизавета Ивановна! Ай, пойду в леса к головой качну, а потом карими глазами завлекать начну! А гармонист, гармонист! Ой! Ой, вздохнулась. Пить хочу. Елизавета Ивановна, прошу пивка. Да вы хотите, чтобы я совсем запьянела? И на заседании всю правду про вас выложила? Со свиданницей. Елизавета Ивановна. Кстати, нам пора, товарищи. Мы, кажется, опаздываем. А я вижу, ты так и рвешься. Меня разносить, а? Да, рвусь. А вот таких пришлют, как ты, так повесить охота. Товарищи, ну не надо, ну зачем вы так? Ведь Александр Федорович, он для пользы дела. А что это ты за него горой стоишь, а? Николай Федорович! А? Ну чего тебе, Катя? А что? Мне подождать, пока ты освободишься, чи ехать? Ну а что тебе ждать? Ну пошли же, пошли. Наши МТС почили на лаврах, товарищи. Ремонт тракторов не закончен. Посевная под угрозой. Правда, об этом надо было думать в январе. А в марте месяце мы должны говорить об уборке урожая. А меня возмущает, когда люди начинают с паники. Сигналы туда, сигналы сюда. Они хотят учесть, что задержка-то еще не есть опоздание. Когда опоздаешь, сигнализировать поздно. Мне кажется, Холин у вас еще ни разу сева не срывал. А вот выступление товарища Советского, я считаю, это прямая мина под мой авторитет. О каких минах ты говоришь? Жалко, что товарищ Холин не хочет этого понять. Не можем мы прошлогодние ошибки с авралами и сроками повторять.
Да, и особенно с планированием. А у нас уже опять как прежде будет. Все сверху, эксперименты во всесоюзном масштабе. Товарищи, а мне вот в прошлом году план на 250 га кукурузы спустили, а она у меня, матушка, и не зашла. Да-да, вот из-за я, из-за нее, голубушки, и авансирование колхозников, и прекратила. Так что, шуточки. А меня удивляет выступление Елизаветы Ивановны. Кому-кому, аж вам-то известны причины нашей прошлогодней неудачи с кукурузой. Ведь мы же сели в неразогретую почву. Вот именно, вот именно. А ты чего? Реплики бросаешь, товарищ Самошкин. Не ты ли нас со сроками жал? Грозил, инструкциями засыпал. Ты кто же после этого, по-вашему, виноват? Кукуруза или товарищ Самошкин? Выгода ясная. Посмелее надо. Меня смелости учить нечего. Я не понимаю, товарищи. Кукуруза уже давным-давно по всей стране перестала быть проблемой. А у нас приходится еще кого-то уговаривать, доказывать. Все далеко не так просто, товарищ Савицкий. И в прошлогодней неудаче с кукурузой виноваты не только были колхозники, неправильно посеявшие ее, но и мы, товарищ Самошкин, допустившие формальный подход. А вот что касается Крутогорской МТС, я думаю, что товарищу Холину сегодня был дан серьезный урок. Эти уроки давать легко, а помочь людьми, запасными частями. Слушай, Холин, нельзя же валить все на запчасти. Организовывать надо уметь. Я не раз доказывал на деле, и мой авторитет... А ты не козыряй своим авторитетом. Авторитет, он тоже нуждается в регулярном ремонте. Не так ли, товарищ? Друзья, я последний номер журнала получил. Зайдемте ознакомиться. Я зайду. Да нет, мне это некогда. Я в другой раз, у меня там дела кое-какие есть. Валь, машину тебе до дома подбрось. Спасибо, Николай. Здравствуйте. До свидания. Смотрите, опять заснул, одет и с книжкой. Никак не отучу. Она у меня очень похожа на свою мать. А вот и объяснительная записка. Папочка Маша не слушалась. Папочка тетя Катя ужин на столе оставила. Хотите кушать? Нет, нет, спасибо. Папочка, мы тебя целуем. Ошибок ты сколько, ошибок. Валентин Михайлович, вы посмотрите, как Маша спит. Даже как самоотверженно. А я не сплю. А? А, моя старая знакомая, здравствуй, Машенька. А, Валентин Михайлович, вам придется уйти в соседнюю комнату, секрет. Статья написана так, здорово, даже можно сказать поэтично. Ну как вам, нравится? Красивая. И умная к тому же. Да вы садитесь, пожалуйста. Что не так уж часто бывает. Мы с ней вместе в Тимирязевке учились. А потом наши пути разошлись. И вот представьте, приезжаю в область. Прихожу за назначением, а Клавдия в управлении работает. И завертелось все. Она сюда приехать должна? Да. А что же она не едет? Незаменимая работа. А
по-моему, просто моих девчат боится. Не понимаю. Все мы не понимаем, пока это нас не коснулось. Хотя, впрочем, любовь – это не премия за чуткость. Собственно, зачем это я вам все рассказываю? А мне любит рассказывать. Я пойду, Александр Федорович. Ой, погодите. Я вам забыл о самом главном рассказать. Вот, посмотрите, я достал для нас. Не подвержена заболеваниям, не боится засухи, не полегает во время обильных дождей. Да ты что ли мне рабочие руки по 5 раз в день дашь, понимаешь, рыхлить ее да подкармливать? Или может опять прикажешь школьников с учебы срывать, да? Да что, ну да что, подожди, говори. Да что ты на меня набрасываешься? Набрасываешься. Не удалась твоя уловка, вот и злишься. Уловка? Ух ты, бюрократ, равнодушный циркулярник. Тебе не все равно, что народ зря свой труд положит. Тебе ведь народ-то ведь ни чуточки не жалко. Мне не жалко. Да. Мне не жалко. Но ты не очень заносись, а то за нарушение да за отказ можно партийный билет потерять. Партийный билет? Да ты ж не ты его давал, не тебя его отбирать. Черт. Зато ты сущий ангел. Ну вот что, Лиза, шутки шутками, а анархию разводить тебе тут никто не позволит. Анархию? Ой, граждане, люди добрые. Да того ли мне, когда на одну беззащитную он 4 навалились? А кто ж тут беззащитный? А кто? Я, конечно. Ну, разве не похоже? Не похоже. Ох, плохо в людях разбирает, товарищ директор. Да, нелегкий у вас председатель. Устали? Да, немножко. Как у вас дома? Скоро приезжает моя, ну, что ли, подруга жизни. Помните, Александр Федорович! Да, Савицкий! Сейчас! Поехали, что ли? Ну, желаю успеха. Спасибо. Добрый вечер, Валентина Михайловна. Добрый вечер. Ну, как дела? Последний заход. Видишь, Лукерия, говорил я тебе, кукурузу надо сеять. Вот раньше срок и окончили. Елизавета Ивановна, так это же я говорил. Ну да, правильно, ты это говорил, но тебе-то я сказала. Ох, Елизавета Ивановна. Ой, Валечка, боюсь, что снова не взойдет. Ведь вот теплую землю сажали, по всем правилам. Подожди, 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 подожди. Смотрите-ка, зашла. Вот она. Вот. Смотри, Варюш, листочки какие. Корешки такие, видишь?
Валя! Валя! Послушай, Валя, я не боюсь разговора. Ты понимаешь, какая-то ерунда получилась. Но ведь жизнь-то в рамки не влезает. Ничего нельзя предвидеть. Разные потому что. Валя. Честное слово, Николай Федорович. Сколько раз я ставил вопрос, чтобы эти заросли уничтожить? Чтобы эту красную землю поднять? Я же тебя поддерживал в этом. Подожди. Куда же ты бежишь-то, Валя? Ну подожди. Сорняки пошли. Да, этой дряни, к сожалению, у нас еще достаточно. Надо было Вазима этой весной подкормить, Лизавета Ивановна. Здорово их зимой морозом прихватить. Да не наводи панику, Валентина. Все равно на круг 18 центров возьмем. Понятно? Жив навек меня. Эх, Валя, Валя, Валентина, умница ты моя. Ведь нельзя же так. Все у тебя от поля до от урожая. А ты кругом погляди. Ведь жизнь неплохая пошла. Вон стадо такое, а? Скоро за сад твой возьмемся, как зацветут в нем яблоки, как пойдем по нему гулять. Дочка в правление оставила. Ты вижу-то. Эх, Валентина, тебе бы такого, а? Ой, я как плаваю. Ой! А почему узнала? А ты пахнешь цветами медом. Валечка, у них беда. Что такое? Та слегла младшая скарлатина, или что-то такое заразное. Уже в больнице? Да не, хочешь сам за ней ходить. Я Светланочку я до себя взяла. А він совсем с ног сбился. Нет, это же невозможно. Я хочу в больницу. Я хочу никуда. Ты со мной. Со мной. Тише. Ну что, доктор? Не хочу скрывать. Положение очень серьезное, сердечко мне ее не нравится. Но все-таки я не могу ее отдать в больницу. Поймите, у меня жена умерла в больнице. Потом до района 14 километров. Это 28 километров ежедневно. Поймите меня, доктор. Я могу с ней остаться. У меня отпуск. Нет, я никого не хочу подвергать опасности. Александр Федорович, ну что здесь особенного? Люди ж мы. Собственно, ваше согласие для меня не обязательно. К сожалению, детское отделение у меня на ремонте. Валя, ты одна при ней останешься. Ребенка переведешь в эту комнату. Дверь эту закроешь наглухо. Окно занавесишь марлей. Хорошо. А вас, батенька мой, от общения с больной отстраняю. А то еще растащите мне инфекцию по всему району. Доктор. Евдокия Ивановна. Евдокия Ивановна. Дайте мне чернила. Ой, простите, у меня есть. Такие ванны. Никаких я не могу, но. Будете привозить меня через день и выполнять функции больничного завхоза и кухарки. А о ней вы не беспокойтесь. Она мне уже помогала на эпидемии.
этого ничего. Машенька, попробуй не дышать. А теперь дыши. Ну что, Дудок Иванович? Ну что ж, Валюш, будем продолжать. Валентина Михайловна, умоляю вас, будьте осторожны. Как там в поле? Все горит. 35 градусов в тени. Когда на суд безмолвных тайных дум я вызываю голоса былого, утраты все приходят мне на ум, и старой болью я болею снова. Утраты все приходят мне на ум, и старой болью я болею снова. Валентина Михайловна, вы не спите? Нет. Почему? Да вот читала сонеты Шекспира. А, я их очень люблю. Знаете, Валечка, я вот отвечаю на письма. Пишут мне из моего старого района. Советуются, куда сына послать учиться. Ну как куда? Конечно, в Тимирязевку. А мне еще не пишут. Я отсюда сразу после учебы. Валечка! Катерина Анисимовна! Здравствуйте! Я вас давно поджидаю. Вот крючоночка принесла. Тут вышенький и свежий творожок. Спасибо. Я у чуланчик снесу. У вас дома все в порядке? Катерина Анисимовна, что случилось? Выкова Николай Федорович ушел от меня. Урагановый. Катерина Анисимовна! Я здесь, родная. Александр Федорович, вам там письмо на окне. Где? Получилось. Ну, иди, маленькая. Она не приедет. Решил отпуск провести у родных. Хочет отдохнуть. Конечно, я понимаю ее. Вернется через месяц. Или я сам к ней поеду. Как вы думаете, Машенька к тому времени поправится? Да-да. Поправиться. Что бы я делал без вас, не знаю.
Знаете, Екатерина Анисимовна несчастье. Слышал. Завтра можешь идти гулять. Спасибо. Спасибо вам, Евдокия Ивановна. А ее без диплома беру в больницу. А что будут делать без нее, поля? Сравнил. Человек и поля. Ну, это с какой точки зрения посмотреть. Да? А зато я убедила, что все агрономы до одного. Спорщики и грубияны. И совершенно не умеют уступать. И никогда не поверю, что вы хоть что-нибудь смыслите в ухаживании. Мерси. Au revoir. Да, совершенно забыла. Александр Федорович, в больнице нужно сено купить. Пожалуйста, помогите. Да-да, пожалуйста. Ну? До свидания. Умница. До свидания. Ну вот. Теперь я могу и домой перебираться. Растинишата, ой, растинишата. Я так соскучилась по своим полям. Послушайте, как замечательно поют. Ты моя любезная, гуляй, не печаль. Ой, гуляй, не печаль. А я и не знала, что вы так хорошо поете. В армии был солдатским запевалой. Вы знаете, Валя, что мне сейчас вспомнилось? Вот в такой же солнечный день я был ранен. Я молода гуля. Хлеб вот так же вот раскачивался. И облака надо мной такие же вот были. Только, конечно, песен никто не пел. Вы знаете, Варя, даже немножко как-то не по себе сделалось. Смотрите, Александр Федорович, полная восковая спелость. Завтра начнем уборку. Пошли жать первый сноп. Лужка, бежи! Она остановит! Ну чего? Ты сам что ли не видишь, стерня какая высокая? А что тут такое? А ну-ка, Вань, насколько мы с тобой договорились? На 15 сантиметров. А тут сколько видишь, 20? 20. А почему так делаешь? Так ножки неровные. Ножки неровные? Ты мне давай не оправдывайся, садись и делай как герой. С вами не заговоришься, агроном. Не разговаривай. Thank you.
Авансировать можем по 600 грамм на трудодень. 200 добавить надо, вот 800. Это будет неплохо. Ни к чему, сейчас дождь. Смотри, туча какая. Эй, Валентина Михайловна! Пожалуйста, фото, сводку посмотрите. Да, по-моему, нагрянет отсюда. Здоровья. Ну, пойди гуляй. Иди. Иди, иди. Идет и идет, подлец. Всю душу выпал. Да, несем убытки. Прошляпили мы с тобой скрытыми токами. Пойдем сообразим чего-нибудь. Не пойду. Нехорошо мне от людей видеть. По всем линии нехорошо. Первый раз. Не пойду. Думаешь, мне легко людям в глаза-то глядеть? А я гляжу, потому что ты мне дорогой. Какие сводки? Какие могут быть сводки? Ты понимаешь, товарищ Самошкин, дождь. Пятый день дождь. Не можем мы убирать. Не будем. Товарищ Лавров, ну скоро этот небесный отпуск кончится. Все газеты прочитал. Шура. Нет еще, Александр Федорович. Что, Холин не объявился? Нет. Ну, ты что хочешь писать? Летнюю работу, сочинение. Да? Отдыхаете? Ведь дождь. Дозвольте войти по-родственному. Да заходи. Зачем, говоришь, будешь писать? Как я провел лето. Племянничек, весь в отца. Лизавета-то мне с родственницей доводится. Она хоть и начальство, баба. Правда, их нынче женщинами величает. А, пойди погуляй, сынок, пойди. Мой брат в 37-м году был чуть ли не репрессирован. Ну, это староты что-нибудь новое придумают. Куда же нам думать? Мы ведь народ простой. Как говорится, щи лаптями хлебаем. Не заметил. Да и Лиза мне про тебя кое-что говорила. Но ты не верь, не верь. Ты ведь знаешь, какая Лизка? Она ведь всех вокруг пальца отбила. Да и тебя по всем линиям. А ты знаешь, какой ты в ней по счету? Вон. Он, гадина! Я же собрал, товарищ Холин, я же собрал. Чтобы духу твоего не было! Тебе же хуже будет. Дело ведь до райкома дошло. Вон!
ты боишься его? А чего мне его бояться? Он ведь теперь мой отец. Да ну! А моя бабушка говорит, раз вы его отбили, то все равно вам счастья не будет. Елизавета Ивановна! Елизавета Ивановна! На третьем поле весь хлеб полег. Авдеевич, зайди сюда. Авдеевич, в чем дело? Авдеевич, авансирный придется прекратить. Как прекратить? Покажи наши деньги! Почему не заняты? Прячемся? Что значит прячемся? А то и значит. Народ тебя всей МТС разыскивает. А может, я заболел? Не имею права болеть, скажешь? Болеть мы все имеем право. А вот прятаться ни от себя, ни от других права не имеем. Ну, спасибо, что научил, а то я этого и не знал. Знал? Да, видать, забыл, что уборка сорвана. Дождь нам план срывает. Вот к нему можешь адресоваться с выговором. Ну что ж. Давай тогда все МТС отлеживаться, ждать, пока дождь пройдет. Уйди, заради бога. Не буду я сейчас на твои подковырки отвечать. А мне и нечего отвечать. Нас с тобой в райком вызывают. Тут критиковали меня больно. Правильно. Но с причинами ослабления руководства, как тут определяли некоторые товарищи, я полностью не согласен. Моя личная жизнь, которая так сложилась, она не давит на работу. И я прошу членов партийного бюро эти два вопроса не путать. А чего там не путать? Когда сам ты с головой запутался. Пора, товарищ Холин, кончать эту волынку. Вот так. Волынку? Волынку? А если это не волынка, а любовь? Укажи мне, товарищ Самошкин, в каком уставе написано, чтобы коммунист не имел права любить? Любить-то он может. Вот распутничать нет. Я относился и отношусь к уходу Холина из дома отрицательно. Но выступление товарища Самошкина переводит все в другую плоскость. Нельзя же, товарищи, любое чувство, тем более такое сильное и прекрасное, именовать распутством. Это же унизительно для человека. И принципиально неправильно. И я жалею. Да, жалею, что этот вопрос поставлен на бюро. Хороша принципиальность. Жалею, что скрывает ошибки. Оправдывает развал семьи. Да, теперь понятно, почему вот эти сигналы до нас не доходили. Да это же подметные письма, а не сигналы. Вот заведется вот такой вот Гуров и клевещет на честных людей. И обидно, что некоторых из нас эти письма убеждают. От жены товарища Холина письма или заявления получали? Да Екатерина Анисимовна не такой человек. Давайте, товарищи, не смешивать эти два вопроса. Мы обсуждаем положение с уборкой урожая в условиях стихийного бедствия. И в этот труднейший момент товарищ Холин ослабил руководство МТС. Это я. Ой, Валечка, как нам не везет, все дождь и дождь идет. Зато ты пришла до меня. Я когда дождь-то не пришла.
Ты на меня не заглядывай. Вы здоровы, Катерина Анисимовна? Как у вас тут красиво, чисто. Угу, чисто. Все хожу, прибираю. Пыль вытираю. А для кого? Не знаю. Тут пусто. Даже сліз немає. Все піджидаю. Піджидаю. Катерина Анисимовна, ну не надо, дорогая. Ну, Катерина Анисимовна, ну хотите, я с ней поговорю? Поговори. Дитятка моя, поговори. Матюхай! Лопенька, здравствуйте. А, Ваня. Мама, мама, удать бы я. Что, жалко, да? А то разве не жалко, такой красавец. О каком красавце речь, Лизавета Ивановна? Да вот, баян отцов. Пристал, дай да дай. А я вынула, да самой, понимаешь, поиграть захотела. Жалко стало. Неужели можешь? Я все могу. Счастливая. Нет. Я весь счастливая. Тетя Валя, скажи маме, чтобы она дала баян поиграть. Хотя замуж выходила, любовь была. Но вскоре война. Ты молодая, не знаешь, что это такое, когда от тебя живое отдирают. Ну, чести стала искать в работе. Меня председателем поставили с 43-го года. Ведь бывало как. Одни бабы на селе фронт и тыл обеспечивали. Ни с чем не считались. Поняла? Ни машин, ни тягла. А хлеб сполна сдавали. Мороз. Лошади никудышные. Мешки с зерном тяжелые, а навстречу поезда санитарные идут. И вот как-то остановился один, мы к вагонам. Не мой ли на той коечке, подвешенной, как на дыбе? Не мой ли в дальнем углу? Закрылся одеялкой, чтобы не кричать от боли. Или не мой вон там, без рук и без ног. Ох, пусть хоть коллега даже. И вижу, из вагона выглянул солдат. Это что, родники? Случаем нет тут Урагановой Елизаветы? Ну, бабы сразу зашумели, на меня указывают. Глядит он на меня. Ты и есть та самая Лиза. Она самая. И вынул он баян с письмом. И сказал. Я исполняю наказ товарища своего, Петра Ураганова. У нас с ним была солдатская дружба и уговор, кто в живых останется, передать семье. Возвращались мы
ночью. Сердце у меня окаменело, ничего не понимала, ничего не видела. И вдруг волки на нас напали. И вот этот страх и привел меня в сознание. А теперь сын растет, 12 годков. Но отец ему, во как нужен. Какой он ему отец? Совсем ему чужой человек. И я с тобой, Лиза Ивановна, поговорить должна. Трудно это, но откажись. Семья-то какая, честное слово, ведь все полетело, и человек на глазах гибнет. Хм, вот оно что. Порядок навести хочешь? В поле наводишь, тут, значит, тоже. Но только, милая моя, это тебе не кровопольная система, а люди. Сердце живое. Да ну, что с тобой говорить? И не мать ты мне, чтобы учить. Вот сама к Савицкому. Что? А то, что влюбилась в него, как кошка, а строишь из себя невинность. И не чужие дети, а он сам тебе нужен. Но только все это зря. Ну, помню. Видала, какой он красавец-то ждет, а? Пусть нее на всякую серость не пойдет. Что ты говоришь? А что? А не я начинала. А меня тебе не жалко? Я, может, своего счастья 10 лет ждала. Нет, я не отдам его. И всем скажи, и за Екатерине Анисимовне скажи, пускай на моей дороге не становится со своими кружевами. Вот, ты что, неужели заболела? Вальдом, бабушка. Нет, нет, иди, иди. Ну как же? Иди, ну, иди. Надо зарезать, бабушка. Ну иди. У ребят упадочное настроение, надо, чтобы на беседу пошли. Ну рассказывай, что нет, ее стало быть, нет. Иди. Ну, бабушка, ну тогда хоть передача, потому что ребята все волнуются. Ну что ж, я же не простой для себя. Иди, иди, иди. Господи, бабушка, страдать человеку не дадут. Не унывай, пойдет. Смотрите, какой хлеб на 4-м и 5-м участке. Пойдемте, покажу. Неужто не полег? Вот, Елизавета Ивановна, вот принес вам показать. Смотрите, нигде не полег, нигде не обсыпался. Смотрите, солома какая. Просто отличный сорт, да, товарищи. Ну, лукерья, дядя Степан, вот он, гибрид, ты видели? Да, ну, на будущий год во все поля пускать. Так вот оно? Да, да, точно. А где Валентина Михайловна? Да, говорят, заболела почему-то. Заболела? Жалко. Хотел ее обрадовать. Дайте я Валечке отнесу. Хорошо. Видал, какие мы навес строим, а? Послушай, как с материалом? Подвозят, товарищ Холин. Здравствуйте, бабушка. Здравствуйте. А провоклик-то как? Грязи-ся. Валя, ягодка. Тетя Валя, вот к тебе. Тетя Валя, тетя Валя. Тетя Валя. Валечка дома? Нет ее. А мне сказали, она заболела. На 4-м, на 5-м полях хлеб-то. Что хлеб? Не полег, Валечка, хлеб. Стоит, как стена. Ой, как ты меня напугала. Смотри, я не бабушка. Здрасте. Здорово. Эй, Григорий, внимай! Ты что такое мрачный? Ну, а с чего мне веселым-то быть? От выговора? Я веселье не говорю. Но разве можно с таким настроением? Ты не имеешь права, Николай. Ну, имею, не имею. Плохо мне, брат. Вот выйду к людям и как-то совестно.
Выйду в поле, глаза б не глядели. Скука, скука. Вот и буксует Петя. Ты знаешь, я не из тех, кто торопился обвинять тебя. Был я у Кати. Слушайся, черт упрямый. Вернуться домой тебе надо. Пойми, не хочу я, чтоб ты жизнь человеческую сломал. Опять подслушал. А чем мне подслушивают? А, наверное, чтобы лучше оклеветать. Обидно выражаетесь, товарищ Лавров. Я государству сигналы шлю. Из-за угла? Это кто как может. Под свою подлость базу подводишь. Советую прекратить, а то будет плохо. А что ты мне сделаешь? А есть способ. Хоть и простой, но действующий наверняка. Ну-ну-ну-ну-ну. Аккуратней. Ишь ты. Нашел кого за грудки хватать еще. Смотри, Гуров! Слав, а здорово у нас получается. Папа, мы со Славкой целую платили бы. Отец где? Он ушел от нас. Совсем. Ну, иди. Иди спать, ложись, Федюша. Пора. Пора. Иди. Thank you.
Ну, поздравляю вас, Елизавета Ивановна. Спасибо. Ну что, говорил я вам, что потери у вас будут совсем незначительные. Да так-то оно так, зато вот тут у меня потери значительные. А какую же пьесу Зубков написал? Ум хорошо, а три лучше. О, Валентина Михайловна, а я от вас ищу. Давайте сядем вот там. Нет, нет, нет. Вы что, сердитесь на меня за что? А почему же вы тогда избегаете меня? Я не избегаю. Мне простите, Александр Федорович, мне надо за кулисы идти, меня Митя ждет. Ваня, пора начинать. Давай на себя. Да, да. Митечка! Митечка! Что с тобой? Что случилось? Ну что случилось? Я такая счастливая, такая счастливая. Мы с ним договорились. Значит, свадьба. Поздравляю тебя, милый. Поздравляю, Катя. Нет, еще один раз. Поздравляю. Поздравляю. Одевайся. Я от души. Вы как интересно. А где тетя Валя? Мам, ты куда? Дела. Смотри, смотри. Катя. Лиза? На меня не обижайся. Понимаешь, Лиза, ты не девочка, которую я соблазнил. Я, знаешь, у всех на виду, так что мне нельзя больше этого. Да и район против. Район? Эх ты! Лиза! 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 Отвечай, конь печальный, оттого я присмирел, что я слышу топот дальний, трубный звук и пение стрел, оттого я... Мама! Знаешь, как там здорово играли на баяне? Возьми баян. Отцу! Мне теперь не нужно. Микола, ты не спишь? Что с тобой, Микола? Сердце мое, кто ты? Лавров. А ты не слухай нікого, Микола. Та хіба ж вони знають, вони думають, що ти сукин син. І в тебе за душою нічого нема. Вони не знають, як ми з тобою стільки років душа в душу жили. Як куркуліна спалили. Як от в
хорошо из тюрьмы по лесам хувался. Нимико, ты не слухай их. Ты сердце свое. Сердце свое. А не можешь зі мною? Іди до неї. Ти не насильничай над собою. Я не люба. Іди. Іди до неї. Ну що? Катя, що ти говориш? Як я тебе опять брошу? Та от ти нерозумний, Микола. Та хіба ж я вірю, що мене бросити можна? Не згину. У Київ до брата поїду. Роботи почну. Тільки прошу, ну не рви ти свого серця. Прості. Прості, Катя. Так вийшло. Тільки, Микола, не жалій мене. Не жалій. Не надо. Могу без тебя, Лиза. Пришли машины. Стоп! Стой! Опускай! Поднимай! Трогай! Ну как? Хороши. А, силен бродяга. Машины мощные. Ну, то как? Пошли. Привет агроному! Водина! Здорово, Витя! Здорово, ребят, здорово! По телефону из области! Срочно требуют что-то серьезное! Уже целые 3 часа звонят! Да? Здорово, Коня! Слушаю! Да ну! Нас режут! Ты понимаешь, область наш план режет! Ни за что в жизни не уступлю. Только через мой труп. Да-да, вот только через мой труп. Немедленно командирую к вам человека. Да. Спасибо, что сказал. Есть, Коня. Ты понимаешь, кого нам послать? Я понял. Ну где тебя? Ты же у нас лирик. Да. Александр Федорович! Александр! Ты понимаешь, область наш план режет, а? Как других, режет? Так другим добавляют, а нам режут. Вот я и решил, собирай сейчас немедленно, бери мой газик, чтобы к утру в городе быть. А что, сейчас? Ну да, я хочу, чтобы ты там им растолковал хорошенько. Здравствуйте, Иван. Скажи, пусть другим режут, а нам не надо, понял? Понятно. И сиди там, пока не добьешь своего результата. Дерись как зверь. Ну, кстати, там решишь свои семейные дела. Один не возвращайся. Привози к нам свою красавицу в деревню. Ну, счастливо. Всего хорошего. Поезжай. Привезите мне подарочек, Александр Федорович. Обязательно, Шурочка, обязательно. Валентина Михайловна, здравствуйте. Слыхали? На всех парах лечу в область. Ну, что вам привезти, Валюша? Мне? Да. Мне ничего не надо. Вот это напрасно. Пожалеете, да будет поздно. Ну, всего хорошего. До свидания, товарищ. До свидания. До свидания. Валь, ты ко мне? Давай, заходи скорее, давай. Николай Федорович, я первый делала заявку на корчевальные машины. Я еще с вами весной говорила. Подожди, подожди, что ты так волнуешься? Вот ты спокойная душа. Мне нельзя ждать, Николай Федорович. Да что, подожди. Пойди разберись там, что-то точно. Федор Иванович!
Валечка, твоя мечта сбывается. Я для тебя уже 200 корней яблок заказал. Осторожно! Чуть не ударила. Как зацветут весной, из моих окон будет видно. А мне все равно. Что ты такая? Трудно мне, Петр Иванович. Ну, какие у тебя могут быть трудности? Детей у тебя нет. При чем тут дети? А при том, что двойки опять у Славки за поведение. У каждого свое. А я хочу уехать. И прошу вас мне помочь. Постой, постой. Ты что? А ну-ка, пойдем, пойдем, поговорим. Ведь это унизительно сознавать, что ты несчастна. Какая-то тень на тебе. И ты не можешь в полную силу работать. А я не хочу быть несчастной. Можно я все по порядку? Конечно, мальчик. Клавдия Николаевна, наш дорогой референт, мы так по вас соскучились, вы даже себе представить не можете. Но. Я ухаживаю за Клавдией Николаевной. Вы всегда мне льстите, когда что-нибудь от меня нужно. Пожалуйста. Благодарю вас. Пожалуйста. Да-да. Да, совещание сейчас начнется, так что скорее приходите. Я ваш вопрос поставила первым. Да-да. Товарищ Савицкий. Ах, Савицкий, соперник пришел. Здравствуйте. Что нам здесь делать нечего? А мы вас тут недавно с Петром Петровичем вспоминали. У вас, кажется, с планом неполадки? Да. Вот я и приехал, чтобы драться. Вам помогут, уверена в этом. А пока, Александр Федорович, ознакомьтесь вот с этим документом. Товарищи, прошу всех пройти к Петру Петровичу на совещание. Исключительно. Да, ну что, видел? О, Валентина должна быть довольна, а? Послушай, Николай. Что? Какое дело? Какое? Нам нужно помочь Чернышовой уйти из волны. Скажет тоже. А с чего это вдруг, почему? А потому что мы должны рекомендовать ее на более крупную работу. На какую? А вот на должность главного агронома Исаевской МТС. Там никудышний главный. Скажет тоже, а в какой-то Исаевской МТС он заботится, который даже не в нашем районе. А чтоб подумать об своих колхозах, так нет. Халатничаешь. А ты не горячись. Да что не горячись? Тут очень надо аккуратно. Живая душа. Понял? Вот и объясни Елизавете Ивановне. За твой приезд. Твое здоровье. За эти месяцы, что я был там в деревне и ждал тебя, Клавдия, я многое передумал. И что же? Нет, Клавдия, не случайно наши пути разошлись в юности. Не случайно они расходятся и теперь. Расходятся? Я хочу быть честным с тобой, Клавдия. Я люблю землю, люблю все тяготы вот с ней связанные, все неустройства, все тревоги. А тебе ведь все это не нужно. Ну, ты правда этого никогда от меня не скрывала. Мои дети, разве не они являлись и являются помехой? Ну, скажи мне, что это неправда, Клавдия. Ты полюбил кого-нибудь?
прощайте, поля мои. Ну, Валюшенька, посади нашу первую яблоньку на прощание. Пришла все-таки. Пришла. А ведь я думала, что не придешь. Хотя не я перед тобой виноват, ведь ты тогда на меня напала. И сейчас обратно ты покидаешь меня. Но я не в обиде, потому что еще не знаешь, какая она жизнь жестокая. Вот сейчас ты от самой себя бежишь. А ведь от себя не скроешься. Все одно. Нет. Цель перед собой ставить надо и достигать ее какими ни на есть средства. Нет, нет, Лизавета Ивановна, иное средство так может унизить человека, что и цель осквернится. Ну, ты не заносись больно, а то не перепрыгнешь. Перепрыгну. Ну что ж, в таком разе час добрый, путь легк. А не нужно мне его легкого. Ну, ладно. В общем, тебе от меня на память. Полотенце. Сама когда-то вышивала. Ну, если нужно совет какой, пиши. Все-таки не чужая. Не чужая. Ух ты. Валюшка ты моя, Валюшка. Так боюсь нового места. Так боюсь, Лизавета Ивановна, и без вас. Не справлюсь. Я честное слово не справлюсь. Ну, дурочка ты, право слово, дурочка. Да ты знаешь, какая ты умница? Да ты гору своротишь, не то что... До свидания. Ну, счастливо, счастливо. Бабудонь, приедешь, не раздумывай. На, свидание, Валенька, милая. Спасибо, до свидания. Тетя Шмилинга, посади мои семена отдельно. Посажу, друзья. Все представить не можешь, как я волнуюсь. Еще 17 колхозов отвечать придется. Чего, ничего, все будет в порядке. Ну, ты смотри, приезжай в гости. До свидания, Феденька. Кровенькая! Катерина Никоновна! Катерина Никоновна! Как я рада, что вы пришли! Катерина Никоновна! Спасибо! Вы что здесь делаете? Здравствуйте. Что здесь происходит? Человека провожали. Да вот, спроси у него. Что происходит здесь? Валентина Михайловна только что уехала. Она ушла из нашей МТС. Как уехала? Как она могла уехать? Ведь она для меня самый близкий и самый дорогой мне человек.